Всем привет. Ну что, погнали дальше. Погоним мы дальше. Ну давайте сюда. Сфоткаемся на обложку. Так. Заблудился в трех соснах. А, ну, кстати, давайте прежде чем погнать сюда. Может, все-таки нам открыли, может, нам не всегда сообщение приходит. Для лохов. У тебя под капотом угу. Должен быть зверь. И... Да зверь у меня там зверь. Заводские детали для лохов. Прям как лозунг какой-то. Не понял. Что это? Ну давайте прокатим. О-о-о. Так, блин, я же уровень сложности хотел поменять. Ну, давайте после этой трассы поменяем. Да что, дурной что-то, блин, иди нахер отсюда. А может и не надо менять уровень сложности? Что-то тут... Это ребята именно конкуренцию еще составляют. Нет, уже. Так, тут дальше куда? Сюда. Ну вот эти гонки действительно сложные получились, потому что они не сильно отстают от меня. Четыре круга. Я говорю, не люблю такие трассы, блин, ну нафиг, блин. Что-то разогнался, блин, остановился. И что такое? Что половина пройдена. Один какой-то настырный. Не сильно отстает. Братан, подожди. У тебя колесо спустилось, остановись, проверь. Серьезно тебе говорю. Не гони, ты что? Нельзя. В спущенном колесе, ты что творишь? Не верят бы. Гад. Ну вот и все. Осталось только тут не врезаться. Так, хорошо. 850. Вот за эти скрытые нормально дают. И боковые зеркала какие-то обязаны открыть. Ну давайте, как и обещал, поменяем уровень сложности. Насколько я понял, выражение меняется. Не понял. Давайте. Главное меню, что ли? Не, ну, карьера. Продолжение карьеры. Тут, что ли? А, вот, игровой процесс. Средний. Карьера. Продолжение карьеры. Возвращение в город. Поставим средний, может, это что-то как-то... Наверное, и вам смотреть не очень интересно, что просто все время первый. Ну, просто так быстрее проходить. Ну, уже сам замечаю, что мало интересно, что все время никакой конкуренции нет. Так, вон какой-то зеленый еще магазин. Мы его не открывали. Где? Вот. Мы, наверное, все магазины уже открыли. Ну, это потом пройдем. Да что такое? Ребят, да вы мне не даете просто возможности, зная мою жадность.
Я просто так никогда не уеду. Да что такое, а? Что ж оно все в глаза кидается? Чуть не заметил. Ну вот, сейчас поедем куда-нибудь. Так, давайте. А, я не хотел сюда ехать. Хотел по очереди в гонке проходить. Спасибо, конечно, за совет, блин, но я бы лучше туда и проехал. Ладно, что же сделаешь? Придется ехать. Еще успеюсь. Минута, ну а сколько тут ехать, еще хотя бы километраж какой-нибудь показывать. Ай, я уже переживал, еще остается. Но это уже на среднем, это не на легком. На легком бы осталось бы вся минута, тут меньше. Давайте как-нибудь вот так вот. Ай, проскочил мимо. А тут от меня ничего не зависело. Ну и что теперь? Надо же вернуться, как-то те трассы проходить. Ну давайте тогда по очереди поехали обратно туда. А потом вернемся сюда основательно уже. Ну, пройдем эту улицу X. С первого раза или нет? На среднем. Сейчас хоть конкуренция будет. Тут ребята вряд ли уступят сразу-то. Да, блин, я что-то вообще не то делаю. Понятно все. Короче, лучше бы играл бы на своем легком, бы и не дурил бы мозги людям. Вот так сейчас будут пристарты один за одним. Ты уж не догнать, блядь. Да ну его нахуй. Ерунда полная. Буду, блин, все голову дурить, блин, по полчаса проходить все гонки. Не надо, так не надо, блин, пройдем на легком. Там, блин, хер знает какие, блин, трассы понастраивают, блин, ебись конем, блин, с этими трассами потом. Не, ну это пропасть просто между низким уровнем и средним. Это едешь еще хуже на легком.
там аккуратно, все, каждый раз притормозил, никуда не врезаешься, на легком там и врезаешь туда все, ты обыгрываешь просто всех в дупель, просто в щен. Едешь на среднем, блядь, догнать не можешь какого-то идиота, блядь. Ну, трассе, конечно, просто дурный вон. На круг почти, блин. А не тот ли это чувак, которого я в прошлый раз догнать не мог, блин. Свали отсюда нафиг. Кончалыга. Ну ты упоротый одно, конечно. Вот так косорылый. Да блин, что я так сниматься в обложках все буду. Шишки, сиськи. Что показать? Я могу кое-что показать, я боюсь, не расстроиться. Если я им это покажу. Ну и что ты творишь, блин? Придурок. Что-то немножко пригорело у меня от попытки прохождения средней. Да иди ты. Ну это можно попробовать, но что-то у меня слишком расшатанная нервная система стала. Потому что едешь аккуратно, никуда не врезаешься, ничего, притормаживаешь, аккуратно повороты заходишь, и что толку? Он как ехал, блин, так и ездит, блин, впереди. Его невозможно догнать, блин. Зато она легкая, блин. Хочешь врезать, хочешь не врезать. Будешь в любом случае первым. Я вот не понимаю такой тонкой настройки игры, конечно, блин. Ну тогда умели, конечно, так делать. Что? Ну так, тут такие, конечно, трассы тоже дурноватые. Наверное, на эту серию тоже последняя трасса. Надо немножко подуспокоиться. А то я вам сейчас наговорю таких вещей, что вас уши в трубочку поскручиваются. Сейчас доедем, откроем тебе магазинчики эти два. Да и можно будет заканчивать. 3 минуты. Что опять? Подсветка, я прощаю, подвеска, думаю.
Ну что, 10 тысяч. Так, зеленый магазин открыли. Красный открыли. Так, ну что, спасибо за просмотр. Сильно не этот самый, не критикуйте, немножко подгорело. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.